Всем привет! Панамочки Кенгл. Очень мягкие, приятные на ощупь, сделанные из шерсти. Очень приятно их носить. Эта моделька без кнопочки на макушке, с коротенькими полями. Модельки бывают разные. Такая вот моделька с кнопочкой, с более широкими полями. Логотипы на всех панамках вышиты. Внутри есть такая еще вставочка. Резиночка. Панамка сшита из шерсти ангорского кролика. 45% шерсти ангорского кролика. 40% хлорофибр. 15% нейлон. Зимой, конечно, в такой панамке не получится ходить. Будет холодно. Ну, до минус 5 градусов она спокойно выдерживает. Ангора довольно теплая. Шерсть. Такая вот еще есть. Очень круто смотрится красная панамка. Ну, красной, к сожалению, пока нет. Серенькая. Эта панамка просто здоровенная. Размер XL. Поэтому выглядит такой большой. Эта моделька с кнопочкой. Панамка спокойно подойдет на позднюю осень, раннюю весну. Очень мягенькая. Ну, как вы все знаете, ангора имеет свойство лезть. Разные панамки по-разному, но все, в принципе, лезут все. Я пересмотрел кучу роликов, как от этого избавиться. Ну, не помогает ничего. Будьте готовы к тому, что панамки будут лезть. Такая, как белая, например, белый цвет будет очень видно на вещах, на темных, к примеру. Черную панамку не так будет видно волос. Но тоже она лезет. Какие-то сильнее, какие-то меньше, но все равно ангора вылазит. Ну, в общем, панамки довольно клевые, очень мягенькие, теплые. Вот так вот они будут смотреться приблизительно. Ну, это размер M, небольшой, женский. Можно детский. В принципе, панамки все унисекс, как мужские, так и женские. Подойдут и мужчине, и женщине. Также беленькая панамка такая же. Вот так вот. Эти панамки мужские. Ну, это здоровенная экстра лач на большую голову 60 размера. Тоже очень клевая. Эта панамка мне нравится больше, вот эта моделька с кнопочкой. Такая же беленькая. Это чуть поменьше, это лач, элечка. Очень приятная, классные панамки. Ну, смотрите, если вы живете в маленьком городе, не в большом мегаполисе, будьте готовы к тому, что с вас могут хихикать, если будете идти в этой панамке по улице. У меня было такое пару раз. Люди даже говорили: ты что, дурак, сними, что ты натянул женскую панамку. У нас как бы не совсем этого понимают. Весь мир, в принципе, эти панамки таскает. Они довольно модные. Всякие рэперы носят их. Ну, у нас как-то не особо могут понять такого. Поэтому, если вы живете не в большом мегаполисе, будьте готовы к тому, что с вас могут подхихикивать. Не все этого понимают.
у нас привыкли, что эти панамки носят в основном бабушки, такие мохнатые панамочки. Ну, женщины, да, ну, мужские панамки как-то не особо-то носят. Тем более такие мохнатые. Вот. Панамки-то носят летние, но такие мохнатые, зимние, ну, могут не понять. Собственно, у меня такое было. Ну, я ношу без проблем, не обращаю внимания на всяких придурков. Кому не нравится, может не смотреть. Все, спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч.